Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ. У меня на балике 500 бачей. Давайте со старта поставим 10 баксов на красное, потому что последние 4 раза подряд красное нам не падало. Я думаю, сейчас по всем законам логики должен начаться хотя бы какой-нибудь маленький стрик из красного. Но, к сожалению, падает черное. Ладно, ставим 20 бачей, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс также на 10 долларов. Ставим 20 баксов на красное. А в прошлом видосе мы подняли плюс 300 бачей к балансу. Нам там прям очень хорошо выдавал Crazy Wheel. Надеюсь, сегодня мне КСФЛ будет выдавать абсолютно так. Причем во всех режимах, не только в Крейзивилле. И начать, предлагая с дабла, то можно ты мне сейчас спокойно выдашь красный цвет. Так, отлично. И мы со старта видоса поднимаем плюс 10 бачей к балансу. А самое главное, это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Но вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на КСФЛе, вы можете при пополнении ввести промокод NIKIROLL и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на КСФЛ и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. А первый раз крутите, просто переходите по ссылочке в закрепленном комментарии, а второй раз нажимаете ввести промо, вот сюда промокод и крутите второй раз. Самое приятное сюда выбить — это ящик со скинами. Мы уже его выбивали и на халяву лутали 20 баксов. Каждый из вас может абсолютно так же, причем у вас, считай, будет две попытки. Ладно, мы тем временем отправляемся в Crazy Wheel. Давайте по 10 баксов поставим на мои любимые 6 ячеек и, надеюсь, прямо в начале поймаем какую-нибудь большую иксовку. Потому что, ну и ставочка рискованная, по 10 долларов это все-таки немало. Ну и просто я всегда, в принципе, хочу, когда ставлю на большие иксы, поймать большой икс, что логично. Но падает, к сожалению, 3x. Ладно, еще одна попытка, также по 10 баксов на 6 ячеек. Если ни хрена не залетает, то спокойно уходим с этого режима. Сильно заигрываться я сегодня тут не планирую. Давай, родной, выдай мне коин, минер, дайс, кейс, 20x, 5x, ну что-нибудь мощное, пожалуйста. Сука, падает 2x, ну это хреново, это очень хреново. Если сейчас выиграем, ну 440 вроде камбэча, в принципе, неплохо, но вот главное выиграть, чтобы сейчас он спокойно выдал черный цвет. Ну, сука, падает красная. Ладно, удвоимся, поставим 100 баксов все так же на черное, чтобы отбить предыдущий проигрыш и выйти в плюс на 50 бачей. Но если мы сейчас и эту ставку проигрываем, то, если честно, мы в полнейшем дерьме будем. То я очень надеюсь, что мы сейчас возьмем и спокойно выиграем. Пожалуйста, дабл, давай. Ну, сука, отлично, черная падает, нормально, на балике 540 бачей есть. Давайте сейчас в колесо по моей стратегии попробуем поставить. Я хочу рискнуть по 40 бачей и поставить сразу на зеленый и на фиолетовый, на 3x и на 4x. Если падает 4x, то мы вообще в шоколаде, это плюс 80 бачей, 520 будет вроде на балике, да, то есть мы сразу от первоначалки выходим в плюс. Если падает зеленый, то есть 3x, то мы просто поднимаем плюс 40 бачей и там будет почти 500 баксов. Короче, вот сейчас самое приятное — поймать именно фиолетовое, но зеленое тоже будет хорошо. Давай, родной, фиолетовый в последнее время падает мало. 13 раз за последние 100 раундов. Пожалуйста, фиолетовый нам падает. Отлично, на балике 520 бачей. Ну, не зря решил рискнуть. Давай сейчас минер по моей стратегии. 5 долларов, одна мина, но я попробую. Ну, не до самого конца дойти, но рамку закрыть 100%. У меня что-то очень медленно они закрываются. Короче, рамку 100% закрываем. И дальше, я думаю, еще, ну, ячеек 5 минимум закроем. А что, почему у меня сегодня интернет лагает? Или это... КСФЛ, я не понимаю. Я могу как-то побыстрее и не сливаться. Побыстрее и не сливаться еще могу, но походу нет. Ладно, минер, последняя попытка, не выдает, хрен с ним. Потому что у меня сегодня реально или интернет подлагивает, или хрен знает, но я могу очень медленно их проходить. Меня это раздражает. Ну, кстати, идем хорошо. Идем прям отлично. 40 бачей есть, 60. Ну, сука, надо было верхние две пикать. Ну, тут я уже обнаглел. Тут я прям конкретно обнаглел. Ладно, дефьюз, 15 долларов. Чисто разочек выиграть. Можно? Отлично, еще разочек. И второй раз тоже выиграем. Отлично, 510 долларов на балансе. Так, Crazy Wheel по 15 баксов, но я не успею на все 6 ячеек поставить. Ну, вот так вот хотя бы. Ну, сука, на 3 успел поставить. Можно сейчас этот коин выпадет? Рискованная ставка по 15 баксов, пожалуйста, можно? Ну, ладно, хорошо, что я на все не успел поставить. Но упал бы коин, на него еще 4x сверху, была бы, сука, такая красота. Ладно, по 10 долларов, все так же на 6 ячеек. Надеюсь, сейчас поймаем какой-нибудь хайкэф. Но у меня, походу, пацаны, реально интернет лагает. Ну, хотя не, нормально, все ставится, это самое главное. Ну, что, родной, выдашь мне коин от... А, да, коин падает, у меня еще пролагало. Сначала звук пошел, потом анимация, реально с интернетом проблемы. Но самое главное, что падает коин. Короче, ставим на синее. Я, конечно, в последнее время, когда мне падает коин, всегда ставлю на синее и всегда, сука, проигрываю. Но рано или поздно черная полоса должна прерваться. Я должен угадать на синем цвете. Можно, пожалуйста? Сейчас упадет синее. Бля, я не знаю, пацаны. Ну, кто часто смотрит ролики по КСФЛу, вы, я думаю, понимаете, что происходит. Я реально, я всегда ставлю в коине на синее и всегда, сука, проигрываю. Ну, блядь, хз, как это работает. По 10 баксов, также на 6 ячеек. Если сейчас ни хрена не ловим, то уходим с этого режима уже. Давай, родной, выдай мне, пожалуйста. Ну, сука, ну не 2x, ну вот 20 или 5x тоже было бы нормально.
Короче, хочу рискнуть поставить $186 в дабле. Но был стрик из красного, сейчас черного падает гораздо меньше в последнее время, хотя вот здесь тоже был неплохой стрик. Ну, надеюсь, я угадал. Тут просто больше интуицию слушаю. Мне кажется, что пойдет черное, надеюсь, я прав. Давай, пожалуйста, выдай мне кейсфейл черный цвет, я тебя прошу. Пожалуйста, выдай мне черный цвет. Черный нам падает и на балике $571. Я предлагаю сейчас... До пробить осторожно в дефьюзе $600. Так, удвоимся, когда проиграем. Отлично, еще раз. И последний разочек. Ну, последние два еще надо будет. И сейчас буквально на $6. 12, 24. Ну давай, не начинай дефьюз, бога ради. Так, 5 надо выиграть еще. Да ты, сука, как ты раздражаешь меня. Все, на балике $600. И на этой прекрасной ноте, когда мы за видос подняли плюс 100 бачей к балансу, хоть относительно $500 это может не супер бешеный результат, хотя это плюс 20% от первоначалки, что тоже неплохо, но если просто вдуматься, то плюс 10 тысяч рублей за видос поднять — это очень даже сильный результат. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 10% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как им нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили 1100. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в закрепленном комментарии оставлю ссылочку на кейсфейл и промокод на то, чтобы второй раз крутануть барабан призов. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю!